Польше отметили принятие Конституции Речи Посполитой. Этот день был праздничным в Польше с 5 мая 1791 года. Потом он не раз отменялся. Во время разделов Речи Посполитой, в дни господства на территории Польши Третьего Рейха, а потом в годы влияния коммунистов. Но с апреля 1990 года поляки вернули себе этот государственный праздник – День Конституции 3 мая. Польша по праву гордится Конституцией 3 мая. Это была первая в Европе писанная Конституция и вторая в мире после знаменитой американской. В торжествах по случаю 230-летию польской Конституции участие приняли президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Украины.